А ми продовжуємо з вами спілкуватися в ефірі «Калейдоскопу. Я тут живу». І напередодні Нового року хотілося б дізнатися, як із буднів, які нас оточують, перелаштуватися на свято. І нам сьогодні це допоможе зробити наша постійна гостя в наших програмах, яка протягом всього року з нами була. Це Ольга Алексєєнко, практичний психолог. Доброго дня. Здравствуйте. Ми з вами в ефірах говорили і про дітей, і про дорослих. Але це якраз такий період, коли ми згадуємо, ой, ніби скоро Новий рік. Від декого можна почути, що я не відчуваю Нового року, мені не хочеться цього свята. Чому так відбувається і як все-таки зробити, щоб свято було святом? Новый год очень чудесный праздник. Я перебираю вот в уме, вот какой праздник у нас ассоциируется с чудом. Это действительно только Новый год, потому что мы от мала до велика ждем все какого-то чуда, да? Особенно дети ждут его, что Дед Мороз принесет подарки. Родители, взрослые, обеспокоены в буднях своих, как встретить Новый год, что поставить на стол, что подарить, да. И поэтому многие как бы в этой суматохе забывают о вот вкусе праздника. То есть это становится вроде как... Вот есть алгоритм, который мы каждый год выполняем, и при этом ничего не меняется. Да, такой вот получается, что алгоритм. И поэтому для того, чтобы вот как-то перестроиться с серых будней на праздничный такой лад, нужно уделить время себе. То есть получается, что нужно проанализировать, как прошел предыдущий год, что произошло в этом году, какие люди повстречались нам на пути, какие важные события произошли в этом году. И, например, можно сделать так, что вот проанализировать по 10-бальной шкале, насколько прошел этот год, да? Вот как прошел, да? Вот как он прошел. То есть дать ему оценку. Оценку, да. И потом разобрать эту оценку. Почему он так? Вот если дали низкую оценку, да, там меньше 5 баллов, почему это так произошло? Что происходило в нашей жизни? Как происходило в нашей жизни? А если уже там 8, 9, 10, 10 баллов, то тоже почему? Какие события предшествовали в этом году? Что было у нас, в каком водовороте мы кружились. Вот такой вот мой девиз, если можно взять, вот охарактеризовать одной фразой 2015 год уходящий, для меня это случайности не бывает, потому что случай – это закономерное событие наших мыслей, как плохих, так и хороших. То есть, как мы настраиваемся – не потеряли мы эту ли детскую какую-то особенность в нашей жизни, детскую непосредственность, чтобы прочувствовать этот праздник? Ведь приятно и готовить подарки, да? Особенно своими руками что-то сделать. Или хотя бы даже если получаешь мы... Получаешь удовольствие от самого процесса. Да. Что-то упаковать красиво, освоить какие-то новые способы, знаете, рукоделия. И гордиться собой. И гордиться собой, конечно. А смотрите, в принципе, все относительно. Да? Один человек может сказать, вот если посмотреть на год одного человека и другого человека, абстрактных людей, да? У одного, например, вроде бы ничего не произошло, но он все-таки ждет Новый год, он верит в чудо, у него ожидание праздника, а у другого, по сравнению с первым человеком, вроде бы все отлично, и много позитивных событий произошло за год. Но он ожидал большего. И вот как получить ощущение праздника этому человеку? Как себя настроить? Как напомнить себе, что могло быть и хуже? Могло быть и хуже, да. Значит, что получается? Нужно что сделать? У этого человека, который вот вроде бы все произошло, но он недоволен собой, были завышенная какая-то самооценка, завышенная планка своих достижений, то есть вот эта планочка, которую он хотел, у него не оправдались его желания, ожидания, что он думал, да. То же самое, можно разобраться, почему не оправдались, вроде бы, все есть, да, там какие-то важные события в жизни произошли, но он недоволен.
А может, эти события не его события? То есть не его в жизни что-то происходит не так? Почему же он не радуется? Если у человека все хорошо, то он действительно будет рад, радоваться. Да, будет рад и полон жизни. Ну и здесь можно, наверное, сказать о том, что если такой человек планирует себе что-то на будущий год, то, наверное, не нужно завышать планку. Нужно реально смотреть еще на вещи. Еще есть в психологии такое правило 72 часов. То есть, вот если мы что-то запланировали, поставили себе какую-то цель, то в течение 3 дней мы обязаны что-то сделать по достижению этой цели. Это, например, да, вот мы захотели сделать ремонт. В 2016 году мы хотим сделать ремонт. Что для этого нужно? В течение 3 дней, 2015... 1, 2, 3 числа откладываем все-все-все походы в гости. Нет. И начинаем громить, погром в квартире устраивать. Не обязательно. Дело в том, что можно вот даже в 2015 году заделать себе такое будущее на 2016 год. То есть в 2015 году выделить 3 дня, чтобы купить, пойти хотя бы обои на одну комнату. Угу. А там пусть лежат. А там пусть лежат. Пока мы о них вспомним, и у нас будет еще 3 дня. Дня, да. Но что-то будет сделано. Что-то будет сделано. То есть мы сделали какой-то маленький шаг. Не зря же говорится, если мы ставим большие планы, как мечтаем о чем-то, да, в 2016, например, году, то, пожалуйста, разбейте вот этот большой план, цель, вот эту, которую, что вы хотите, на маленькие-маленькие пунктики по достижению этой цели. И то есть, когда вы достигнете маленького пунктика, купили обои, сделайте себе подарок. То есть, отблагодарите себя, да? Потом идем дальше. Отпраздновали Новый год. Ага, помним, что мы хотим сделать ремонт в доме, да? О, так если мечтаешь о машине, можно по запчастям ее собрать. По запчастям, да, но можно хотя бы зайти на сайт и узнать цены машин в течение 3 дня. Это тоже считается. Это тоже считается, конечно. Потому что у нас многие люди, мечтают там, да, а ничего не делают для этого. А кроме этого правила, вот как достигнуть своей цели в следующем году? Подумайте, вот сейчас, да, вот, например, еще в 2015 году, каких вы хотите 5 подарков получить от 2016 года? Так много. 5. Или это мало? Это нормально. Это нормально. Нормально, да. Можно и больше загадывать. Главное, чтобы они осуществились. Угу. Какие бы вы хотели подарки? Подумали, записали. Себе. Обязательно записываем. Мы сколько раз уже говорили в наших передачах, что наши мысли, наши планы мы должны записывать, потому что они потом выветриваются у нас в голове, да? И записали. Ага, я хочу то-то, то-то. Открыли 1 числа. О, цель есть у нас. Угу. То есть мы уже делаем что-то наперед. Но для этого еще нужно знать шаги к достижению этой цели. Ну, а вот само празднование Нового года, как насладиться именно праздником? Оставить все свои негативные мысли и все свои проблемы в уходящем году, настроиться на позитив. Что бы ни случалось в нашей жизни, мы всегда это знаем, что это к лучшему. Радоваться самому маленькому какому-то сюрпризику, похвале, подарку от близких, от родных, от детей, от родителей. Потому что ценить каждое мгновение в нашей жизни, да, прошлое уже не вернешь, будущее еще неизвестно. А мы живем здесь и сейчас, то есть наслаждаться этим моментом. Да, думать об этом, конечно, о будущем, да, и как бы использовать те ошибки, опыт, который приобретен в прошлом, но наслаждаться тем, что мы живем здесь и сейчас, что у нас сейчас более-менее стабильная ситуация начинает, как бы экономически там ни происходило что в нашей стране, но мы есть, мы живем, мы очень многое пережили в нашей жизни за время независимости Украины. Мечтать, строить планы на будущее. Человек, наверное, живет до тех пор, пока он мечтает о чем-то, да? Да, мне вот нравится, я помню со своего детства, как бы такая ассоциация, да, помните, новогодние утренники, Дед Мороз и Снегурочка,
Дед Мороз такой дедушка, да, внучка Снегурочка, и обязательно приходил мальчишечка Новый год. То есть наши планы, они еще маленькие, наши цели, они еще маленькие. То есть старое уходит со старым годом, а новое приходит, оно маленькое, оно зарождается, оно росточек. То есть то, как мы будем следить за этим росточком, как мы будем ухаживать за этим росточком, вот он и вырастет наши планы, наши цели в будущем. Как вот то, с чего мы начали, сейчас у нас еще идут обычные будни, да, рабочие дни. Мы не успеваем в суматохе даже вспомнить, что это Новый год, но кое-где появляются там елочки в магазинах, украшаются витрины. И вот как людям получить удовольствие от предновогодних вот этих дней, еще рабочих дней как бы? Ну, только позитивный настрой, потому что без позитивного настроя, ну, никогда мы забываем, мы в этих хлопотах всех делать что-то приятное по чуть-чуть. Советуют, недаром советуют продукты закупать пораньше, подарки закупать пораньше, чтобы не было это предновогодней вот этой суматохи, когда нужно на стол быстро нарезать, что-то там сделать, а вспоминая, что не успел то-то, то-то. Составить список, что вы хотите, потому что планирование это действительно очень важное в нашей жизни. Как бы там даже новогодние праздники. Мы должны спланировать, что мы хотим поставить на стол, кого пригласить, кому что подарить. Или как отметить этот Новый год. Или какая елка или будет. Или какая елка будет у нас. Вообще сам процесс украшения елки, он очень трепетный, как для меня, например. Украшается елка и запах мандарин. Это ассоциации из детства с Нового года. Это, наверное, у всех у нас ассоциация. Это потому что действительно запах мандарин – это елка, когда ты сам украшаешь елку, вырезаешь снежинки, наклеиваешь их на окна. Это дает такое ощущение праздника, такой душевный подъем, что не сравнится ни с чем. Спасибо вам огромное. Хотелось бы еще, чтобы вы, как психолог, вот что бы пожелали еще всем нашим зрителям. Пожеланий прозвучало очень много, но все-таки вот как итог. Всем душевного здоровья, комфорта и благополучия в новом году. Спасибо вам огромное. С нами была Ольга Алексеенко. Она, как всегда, нам советует, как держать свое душевное равновесие. Сегодня мы услышали в преддверии Нового года, как перестроиться с будней на праздники и как осуществить свои мечты в Новом году. Ну, а наш калейдоскоп триває. Мы не прощаемся с вами.